«Талант Юргу» – традиционный фестиваль, где первокурсники всех факультетов и форм обучения могут проявить себя и показать свои умения в различных формах творчества. Во второй отборочный день студенты выступили в направлении хореография и оригинальный жанр. Кстати, по словам организаторов, именно танцевальные и вокальные направления наиболее популярны среди конкурсантов. Мне очень понравилось, как я сама выступила. Не совсем согласна с мнением жюри, то, что они мне сказали. Но буду стараться, буду пробовать, буду работать до самого конкурса. На самом деле было очень волнительно, когда мы зашли сюда. Жюри сидели, мы думали, все это будет провал. Но в итоге мы выступили, жюри оказались очень добрыми, отзывчивыми. Жюри внимательно следило за выступлением каждого участника. Они дали конкурсатам советы по технике, подаче танца, а также обратили внимание участников на важную роль сценического костюма в создании образа. Наконец-то мы в этом году видим танцующих детей, которые приходят на нашу сцену, показывают свое творчество, и это здорово. Это здорово, что находят силы, проявление своих эмоций, своих желаний. Я думаю, что мы еще много всего отсмотрим. Впереди участников конкурса «Талант Юргу» ждут еще два отборочных дня в номинациях «Поэтическое творчество» и «Фестивальные программы», а также конкурсный день. Лучшие номера будут показаны 11 октября на гала-концерте в актовом зале «Юргу».